Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю быстрый салатик с фасолью, который получается необыкновенно вкусный, сочный и очень аппетитный, а готовится совсем просто. Консервированную фасоль без жидкости выкладываем в тарелку, затем консервированную кукурузу, 2 отварных яйца, измельченный зубчик чеснока и укроп, а также белые сухарики. Перчим и солим по вкусу. Добавляем немного майонеза. И все хорошо перемешиваем. Наш салатик готов. Можно подавать к столу. Несмотря на свою простоту, к удивлению, получается очень вкусным и необычным. Делала много салатов с фасолью, но этот получается особенно интересным на вкус. Рекомендую вам приготовить. Кому понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Пока-пока!